Благотворительный фонд «Халык» перечислил дополнительные 10 миллиардов тенге в фонд «Казахстан Халкына», созданный по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева. Дополнительное финансирование стало возможным благодаря взносам учредителей фонда «Халык» Тимура и Динары Кулебаевых. Таким образом, общая сумма перевода группой «Халык» составила 15 миллиардов тенге. Фонд «Халык» только в период с 2020 по 2021 год уже оказал помощь казахстанцам на сумму более 18 миллиардов тенге. Почти 11 миллиардов из них пошли на поддержку страны в условиях пандемии. В частности, фонд «Халык» потратил более 5 миллиардов тенге на закуп автомобилей скорой медицинской помощи, дорогостоящие медицинские препараты для борьбы с COVID-19 и средства индивидуальной защиты для казахстанцев. Еще 220 миллионов тенге фонд «Халык» выделил на денежные выплаты медработникам, которые боролись с пандемией в самый пик заболеваемости. Кроме того, фонд «Халык» оказал финансовую поддержку фонду «Быргемыс» для оказания материальной адресной помощи казахстанцам и социально уязвимых групп по всей стране в период пандемии. В общей сложности в рамках продуктовой благотворительной инициативы за 2020-2021 годы было распределено 100 тысяч продуктовых корзин на общую сумму 2,5 миллиарда тенге общим весом 5 миллионов килограмм. Поддерживает фонд «Халык» и образование в стране. Так, 200 грантов получили школьники на свои инициативы в рамках проекта развития малого бизнеса. Также фонд учредил гранты талантливым детям для обучения в международной школе «Мирас» в Алматы. И это не считая помощи детям в рамках акции «Дорога в школу». Асем Караулова, Информбюро.